Здравствуйте, дорогие подписчики! Сегодня у нас очередной обзорчик. Шакал. Сквадшат. В размер 65, масса 7,2 грамма. Рабочее заглубление у него до 2 метров. Вот я им рыбачу, ребята, с июня по октябрь месяц. По окуню у меня любимчик. Вот я рыбачу, когда, вот, знаете, у реки вот такой обрыв, и там сразу глубина. Или, допустим, свал какой-то там, метра 3-4. Или полив на водохранилище, допустим, 3-метровый или 4-метровый. И вот как раз это его стихия. То есть вот у меня в прилове получается щука-окунь, больше его любит окунь. На реках, допустим, вот мы на туре были, на него, ну, ясь, бывает, садится, тоже вот он его атакует. У него есть два минуса, то есть это получается на сегодняшний день, это цена его, то есть в районе 1000 рублей, это дофига. И полетные характеристики у него хромают. Вот это вот два минуса. Все остальное у него безоговорочно четкий рабочий воблер от шакала на глубине. Есть у него два у меня конкурента, ребят. Вот это вот у меня Liberty Bite 60F и Tsuribita Super Shad 75F. То есть вот эти вот два конкурента. Но здесь конкуренты, они в чем? Во-первых, это по цене, то есть они стоят гораздо дешевле. Вот у меня, допустим, байт 60F летит после шакала 100%. Он как-то у меня, бывало, даже спасал. Окуню того тоже полюбливает. Шат от Tsuribita, у него глубина чуть-чуть поглубже, но он плавающий. То есть, допустим, если у меня шакал тонет с поводком, этот у меня Liberty у Тима тоже, по-моему, тонет. А шат он плавает. То есть от Tsuribita. То есть вот здесь уже нужно выбирать и смотреть. Но я говорю, вот я шакала использую. То есть вот где вот какие-то там такие глубокие места. То есть по окуню само то. А если вы там нарвались на более-менее, где окуней, там какая-то коряга у вас. То есть на поливе, допустим, то окунь его там изрядно поддалбливает. То есть это очень сильно радует. Вот у меня, видите, там уже крючок разогнутый. Так что вот такой обзорчик. Кому-то надо, не надо. То есть выбирать вам, ребят. То есть, ну, в коробке однозначно такой воблерок может быть. То есть однозначно. Как всегда, не забываем подписываться на канал. То есть смотрим новинки, обзоры. Всем всего доброго, всем пока.